Йоу, всем привет, с вами Олег Корнеев, и сегодня мы с вами посмотрим такую игру, как Time Loader. Это такая игрулька, сейчас вы ее увидите. Я не знаю, для чего здесь вот эта вот заставка AK-картинки. Кат-сцену можно скипнуть, но давайте посмотрим. В общем, жил чел, у него были ноги, это важно. У него были ноги. Вот они показываются здесь. И однажды он очень круто подскользнулся на своей машинке. Увидел небо, сделал сальтуху и упал очень неудачно, повредив при этом себе спину. И после этого мир уже не был таким красочным. И ему пришлось пересесть на инвалидную коляску. Вот. Это уже next уровень, он в будущем. Вот, пришлось ему пересесть на инвалидную коляску. Он на ней, значит, катался и подумал: «Хей, а почему бы не изобрести что-то очень крутое? Что-то действительно классное?» Ну, по типу вот этой машинки-робота, которая бы передвигалась по всей комнате, что-то делала. Честно говоря, не знаю для чего. Но вот у него осциллограф стоит, как видим.